в Российском университете спецназа, со мной инструктор медицинского направления РУ Сергей Ахмедов. Я приветствую. У нас сегодня такое, ну как сказать, нестандартное видео, мы ничему не будем особо учить, мы просто сделаем, ну, в интернете говорят, ну, вот, тема анпакинг. Мы сегодня сделаем анпакинг двух медицинских докладов оригинальных американских, но я сейчас подведу к ним немного. Какая у вас в центре для подготовки курсантов используется медицина, скажите, пожалуйста? Медицина абсолютно разная. Представлены и оригинальные вещи, и китайского производства, то есть всем известно Рина. Это о войне, значит, тоже скажем. Да. Это Рина. Есть российского даже производства средства. Ну, в основном, конечно, это американские. Оригинал, да? Да, оригинал. Но я вижу старые факты уже, прям первый, из которых сейчас до нас, наверное, дошел только в какой-либо турникет и бандаж. Все остальное, у них уже добавился, то есть у них уже гемостатический вид, ну, пик, это бандаж с гемостатиком уже, да, немного у них пластырь заменен на когнитивный бинт уже в основном чаще всего. В основном, да, это тоже с гемостатиком, просто в другой форме, теперь у них квадратные, хорошо спрессованы и так далее. Эмбрализация таза. Это шина, да. Супер классно, супер удобная, ну, функциональная. У нас таких нет. А это уже шина с турникетом? Это совершенно верно. Турникет для смежных соединений. И может использоваться как шина для таза. Друзья, вот это очень интересная тема, на самом деле. Мы обязательно, если в следующий раз когда приеду, по пребыванию сейчас еще завершается, мы не успеваем, но я в следующий раз обязательно, когда приеду, мы про вот этот турникет снимем отдельное видео. Он действительно очень классный. Это тема не бойца, это тема бойца-спасателя, тема тактического медика, тема медицинского специалиста, но действительно очень рабочая, это будет сложно. Мы про нее снимем большой обзор и покажем вам, ну и дорогая, значит, потому что особенно у нас, в наших реалиях, она сейчас супер дорогая, но сегодня мы по ней покажем. Вы, друзья, в курсе, вот это отгремела недавно очередная война турникетов, я называю, война медицины, да, какой турникет лучше, турникет от проекта Лифт, да, или турникет от Лина Рескью. Война, в общем, она ни к чему война не приведет, по одной простой причине, пока у нас не будет стандартизированный медицинский уклад. Как это сделано? Ну, мы же знаем все, что американцы тупые, а мы умные. Поэтому тупые американцы, они взяли, ну, я не шучу, по ту сторону камеры я, ну, хорошо, ну, я на полном серьезе говорю, я на полном серьезе говорю, что вот они тупые, а мы умные, поэтому они взяли, стандартизировали укладки, и они не допускают двоякого толкования. То есть, что можно покупать, что нельзя покупать. У них можно покупать только то, что можно покупать. То есть, что мы решили, они только покупают. Вот у нас две укладки американские, мы сегодня будем только про оригиналы говорить. Почему? Потому что наиболее адекватная часть моих читателей, когда шла война турникета, они сказали, ребят, мозги не надо парить, надо покупать оригиналы и не помнить. Они вас никогда не подведут, они 100%, значит, они, во-первых, 100% опробованы, они 100% сертифицированы, 100% рекомендованы, их можно использовать и не бояться. Мы сегодня вскроем две упаковки, покажем, собственно, что у них находится, и немаловажным моментом. Мы почему здесь вдвоем? Потому что мы оба очень сильные англичане, мы в английском языке разбираемся очень хорошо, мы с них сильно не будем разбирать, мы просто их распакуем и покажем в общем, да, и это важным моментом является, потому что вот эти обе укладки называются, вот, например, March, IFAR, Resupply. А это называется у нас, это вообще сложное слово, IFAR, Resupply Kit with Needle. То есть смысл какой? Вот эти вещи, насколько я понимаю, они нужны для перезарядки аптечек. Совершенно верно. Они используются либо до укомплектования, либо, в принципе, полноценная аптечка, только без подсумок. То есть, у бойца предполагается, что подсумок есть, и ему нужно, например, он потратил, да, для оказания первой помощи на поле боя своему товарищу те или иные компоненты, он просто из этого пакета берет, что ему надо, и доукомплектовывает свою аптечку. Начнем, давай, с марша и факель с оплаты. Для этого он здесь, видите, даже легко вскрывается, да, пакет вскрываем и вздыхаем вот такую вот. Значит, важным моментом является то, что все содержимое в данной аптечке является, умное слово сейчас скажу, рекомендованным и разрешенным к использованию в вооруженных силах США. А вооруженные силы США, с точки зрения тактической медицины, военно-медицинской подготовки на сегодняшний день являются самыми продвинутыми в мире. Согласен? Совершенно.
совершенно. Окей, давай что-то поймем. Давай мы перечислим, в принципе, все, что здесь есть, без очередности. Потому что сейчас по уму мы должны начать с турникета, потом мы должны перейти к целоксу, потом, а давайте вообще сделаем. Итак, друзья, первый пункт, мы так как я повторю, что это конкретно называется матч Resupply Kit, то, соответственно, он стандартизирован по протоколу матч. Первая буква у нас, если мы берем английскую, ну, английское изложение M, массивное кровотечение, и, соответственно, у нас турникет. Что интересно, в аптечке находится не как турникет, а TNT-турникет. Я специально занялся вопросом, дескать, ну, как это так, что кат у них стоит на вооружении, да, а почему здесь TNT? Оказалось, что TNT рекомендован к использованию вооруженных сил. Обратите внимание, насколько TNT-турникет, ну, в принципе, вот это можно сказать правильно, можно турникет, да? Обратите внимание, сколько TNT-турникет меньше по размерам, чем турникет кат. То есть это является, наверное, одним из его достоинств. Вероятно, нам когда-нибудь в дальнейшем стоит его рассмотреть более подробно, что мы сделаем. TNT-турникет в эту сторону. Далее. Следующим пунктом идет у нас, после этого мы идем у нас компонат, да, потому что мы, ну, если мы с вами соединением работаем, идем дальше, здесь у нас целотерапит. Целотерапит – это рекомендованное, также всем известное средство для компоната, и, которое себе хорошо рекомендовало, на виду с компонатом. Совершенно верно. Тоже рекомендовано. Тоже рекомендовано. Далее, следующий момент. У нас, сейчас, секунду, что из них что? То есть у нас один из них – это просто бинт, роллер гаус, а другой у нас, а другой вот бетл бандаж. То есть вот у нас это фактически бандаж на основе эластичной детали. Совершенно верно. А это просто. А это просто биэластичный. Эластичный. Тоже эластичный, да. Это вот я сколько раз делал уже рекомендации по аппликации аптечки, постоянно включал эластичную рекомендацию. Потому что у нас есть легенда динозавра, что жгут эсмарка имеет преимущество перед турникетом, потому что он хорошо работает по смежным соединениям. По смежным соединениям он работает отвратительно, а вот классический по смежным соединениям работает отлично. Вот только вот. Далее. Пленка. Насколько я понимаю, это прозрачная пленка, которая называется здесь Battle Wrap. Она может быть использована для чего? Для того, чтобы в качестве импровизированного перевязочного средства. Совершенно верно. И в качестве, допустим, закрытия раны грудной клетки в том числе. Если не хватает, то если не хватает, да, если это один, это мелкие осколки, очень много и так далее. Импровизировать тоже с его помощью отлично получится. Кроме того, если у нас обширная рана брюшной стенки с совпадением органа брюшной, ну, что находится внутри брюшной полости, мы, соответственно, можем вот этой пленкой, да, сверху попробовать как-то подфиксировать для того, чтобы этот райнер был более-менее транспортабельный. Очень удачно и очень, как сказать, компактно, да, упаковано. Я вам строительную пленку рекомендовал в своих видео. Вот это вам американцы, ну, говорят, тупые, они уже все приготовили. Далее, значит, следующий момент, это мы сейчас ушли. Ну, в принципе, это все для изготовления порядок. Следующий у нас момент идет для профилактики, соответственно, сосущих ран грудной клетки, наклейка. Насколько я понимаю, здесь одна, две. Одна с клапаном, насколько я понял, одна просто. Но они прям упакованы супер компактно. Намного компактнее, чем нормальные другие. Ну, покажем здесь, как она. Вот. Вот такие же, друзья, наклейки на руки. Далее, иголка для того, чтобы, соответственно, профилактировать уже. Это если у нас уже идет профилактика для того, чтобы он не развился, иголка, это если он уже развился, да? Важный момент получается, что бойца не пучат колоть иголку. Но иголка в комплекцию бойца, когда к нему медик подбежал, начинает его аптечка работать, он позволяет этой, соответственно, этой иголкой бойцу убрать вредные последствия гематоксина. Ну, опасно или не вредно, опасно, прошу прощения, опасно для его жизни последствия. Есть. Далее у нас идет, чуть мы перескочили от трубки, мы трубку пропустили. Она должна была идти сразу вслед за... Да, она должна была сразу вслед за массивным кровотечением идти трубка. Вот на заднем это колод размера 28 FR. Ну, насколько это стандарт, да? Стандарт 28 размер. Что интересно в ней? Значит, в комплекте, ну, вы все в курсе, что наверняка, что трубку, даже если очень захочешь засунуть, без смазки не засунешь. И там плевать, ну, короче, с трубкой не помогает. Здесь, в данном комплекте, нанофрингиальный воздуховод идет уже смазанный заранее. То есть вот здесь он уже заранее смазан.
То есть можно его спокойно просто запихать. Далее, значит, идет у нас так, вот это. Это А, понял. Это перчатки, почему-то черные. Тактическая медицина прямо рекомендует работать либо нейтрированными голубыми, да, либо подкрашенными перчатками. Почему-то здесь черные. И на старых, это говорит только о том, что на старых бывает глаза. Далее, на щиток на глаз, а в этот момент перчатки это не для того, чтобы раненого не занести что-то в рану. Перчатки это для того, чтобы от раненого ничего не черпануть, особенно если он нам неизвестен. Да, соседнее подразделение, которого, не дай бог, ну не знаю, где там собрать бойцов, и у них могут быть какие-то там порочащие биографии какая-то, и возможно, если им придется работать с перчатками. Щиток на глаз, щиток на глаз. Да и вот если мы берем вот, да, птичку раннего инфаркта, у них не больше тогда вообще здесь просто. Когда они сортнулись в раннем ССУ, средств, ну, смотрительного устройства очень много, и было очень много травм глаз, им пришлось, соответственно, включить щиток для глаз, для того, чтобы изолировать и потом уже накладывать повязку, щиток для глаз. Очень эффективно показывает себя, очень хорошо глаз изолирует и облегчает транспортировку и состояние раннего. Когда у нас, даже если он будет, даже если мелкие осколки в нем останутся, накрытая, соответственно, щитком и закрытая повязкой голова, она меньше станет гораздо страдать раненому, чем когда его не будет в руке. Кроме того, здесь у нас перманентный маркер, стандартный размер, да, все знакомые, выпускают сейчас все его, да. Карточка пострадавшего на иностранном языке, который не знает, как заполнять, поэтому можно раненому на лбу, как в фильме, как, помнишь, «Каджатка». Нетрадиционную сексуальную ориентацию раненого можно пометить на лбу, вот, соответственно, маску. И самое главное, для особо одаренных, как всем этим пользоваться. Ну, американцы же тупые, а мы умные, поэтому американцы написали инструкцию. Вот так. Это вот такой вот у нас комплект, друзья. March iFuck Resupply. Мы его довольно подробно разобрали, потому что мне, конечно, было самому интересно, если бы с ним ранее не сталкивался. Больше всего, если честно, мне в нем, конечно, нравится турникет. Надо с ним побольше поработать, потому что у него очень есть, надо внимательно тяните турникет рассмотреть. Довольно интересно тяните турникет в своих больных. То есть их можно там, где такой выходим один, их можно легко положить два. В любом кармане его можно носить, он довольно удобный. Видите, да? Окей. Это что касается матча. Теперь переходим к SIR-GEM-2. Это такой довольно известный набор. Очень известный. Еще у него есть рекомендация, что его можно носить прямо в таком виде, допустим, там. Нормально, удобно, да. Друзья, я что еще хочу сказать, вот этот на самом деле, у меня вот этот набор вызывал сомнения. То есть вот этот он сомнений не вызывает никаких. Я точно знаю, что все, что лежит здесь, это лежит сейчас, прямо сейчас, в стандартной отличии американского военного. Вот этот набор у меня вызывал вопросы. Почему? Потому что он, ну, встречает, я военных не встречал. Я со специалистами связался, специалистами конкретно сказали, Сань, это рекомендовано, использоваться может. Но еще раз говорю, что вот это я думаю, что вот это идеальный набор для тактической медицины с гражданским уклоном. Полиция, спасатели, неравнодушные гражданские, там, и так далее, и так далее, и так далее. Набор в аптечку, в машину, благодаря небольшому размеру. Для туристов то же самое, где важен вес, габарит очень сильно. Просто у них точно так же есть несколько рекомендованных средств, да, к примеру, но направление задано именно было вот таким набором, соответственно, в качестве приоритета. Переходим к СИР. СИР, как люди, которые мне прислали, а это компания, ну, это магазин экипировки «Сэмпер Файн», я о нем скажу позднее, они мне сказали, что это сами очень такая жирная укладка, включающая два турникета, включающая два, включающая комбат гаусс военная, вот такая прямо вот военная военная. Итак, что в нее входит, друзья, смотрите внимательно. Значит, первый момент, да, у них будет два турникета кальций. Пользуясь случаем, то есть седьмая генерация, пользуясь случаем, я обращаю ваше внимание. Посмотрите внимание, значит, вот та седьмого маркерная стропа серого цвета. Вот этим отличается сейчас очень много подделок К7, в том числе и очень хорошего качества, которые прямо вот все сделано идеально. Но на подделках маркерная стропа белого цвета, на оригиналах маркерная стропа только серого цвета. Из белого цвета не бывает. Видите К7 с белым лепестком, знаете, вас пытаются не надо. Два турникета. Собственно, все говорят, что это минимум два есть. Далее, следующий момент. Бинс гемостатиком идет.
бирд это понадобится. С гемостатиком это лучший бирд в мире на Гарине, который сейчас есть. Ну, по мнению всех, это лучше, короче. Я, это не значит, что вот этот плохой. Это значит, что вот этот лучший. Для тех людей, кто не хочет заморачиваться, что-то вычитывать, да, да, разбираться, да, покупать, да, лучше. Читать, да, это читать. А что вы скажете по поводу? Вот, блин, по поводу вот этого все сказано. Забыть. Далее. Винт, точно так же, для компонаты, без гемостатика, Z-образную ось. Далее. Здесь у нас есть, кстати, здесь я проверю, потом я сейчас покажу. Значит, здесь я почему-то не вижу трубки. Да, для носа отставить, вижу, вот она. И она точно так же, как трубка. Но вот здесь трубка, смотрите, как я здесь сказал, вот трубка уже заранее. Со смазкой, а здесь трубка, смазка отдельная. То есть отдельная трубка, отдельная смазка. Далее, здесь также у нас есть 4-дюймовый бандаж, 4-дюймовый для компактности. Далее у нас повязка на легкой, одна туда, одна туда. Две. И именно это хай-фин вена, самое лучшее, короче, то же самое. Далее, игла, только здесь она, по-моему, чуть, как сказать, меньше. Нет, я одинаково, одинаково. Дальше, маркер, щиток на глаз, скотч, более бомжевато уложенный, потому что это для военных пойдет, можно бомжевато свернуть, просто так бомжевато свернуть и положить нормально. Далее, две пары перчаток, но они такие прям модные, но с American Rescue, и они вот в таком вот телесном цвете, который позволяет работать, на них будет видно хорошо кровь, даже в темное время суток. Далее, щиток на глаз, более тоже такой спартанский, потому что военный, железный, там пластик, а здесь железный, то есть для граждан, если, я так понимаю, что, я знаешь, вот это люди в Америке покупают свои бабки. Ну, а, вот это, вот это, а вот это вот солдатам в Америке выдают за деньги государства, и можно железо. Далее. И, соответственно, карточка пострадавшего. То есть все, по большему счету, то же самое, но здесь два турникета, две пары перчаток и совершенно офигенный, стропорез H-Benchmade, предназначен для срезания одежды и обуви. Он режет все, он режет ткани, содержащие, ну, в том числе кевлар, он режет обувь, он режет ремни, кордур, он режет все. И при этом он для раненого безопасен. Друзья, я скажу, вы можете срезать ножом, но попробуйте срезать ножом. Я не пытался, если честно говоря. И он в таком вот каком-то суперудобном виде, который, ну, как, вообще, я таким не нравится. Нет, я так, вот такой не видел. Я видел, знаешь, что он с пластиковой ручкой, здесь на какой-то резиновый. Да, резиновая ручка, он выше. Стой! Два у нас вот есть набор. Один с рекомендован по протоколу МАЧ с уклоном в тактическую медицину. Другой по протоколу МАЧ с уклоном в военно-медицинскую протоколу. Оба комплекта предоставил магазин Semperfy. Проблемы с данными комплектами есть ровно одна. Ну, их две, но она одна. Это проблема доступности. Во-первых, где купить? Во-вторых, дорого. Где купить? Решает магазин Semperfy. Проблема дорого, друзья, но с этим ничего не поделаешь. Если вы хотите быть уверенными на 300% в том, что купили, если нет, ну тогда продолжайте битву турникетов. Контакты магазина будут давно в описании под ним. В следующий раз, когда я приеду, мы с тобой обязательно снимем обзор турникетов. Пульсоксиметр, максиметр, одежда, зимняя, летняя, ну, толстая, да, как обычно. Вот, да, вот этот турникет, и обязательно поговорим с тобой про сам. Это в следующий раз мы сделаем. Друзья, экипируйтесь грамотно, спасибо. Друзья, экипируйтесь грамотно, да пребудет с вами сила.